горят огнем витрины на старых улицах Москвы. И трудно встретить этого мужчину небесной красоты. На нем всегда костюм отличный, оттенка кофе с молоком. И побродить по улицам столичным очень любит он. Смотрите, у любого на Тверском бульваре кто лучше всех танцует весты рок-н-ролл, кто лучше всех играет Пресли на гитаре. Но это каждая девушки. Девчонки! Ну кто его не знает? Девчонки! Стиляга из Москвы. Пойдем в театр, современник, на вечеринку в Дом кино. В таких местах всегда бы непременно встретите его. Футбольный матч «Спартак» «Динамо» и переполнен стадион. А это кто сидит с красивой дамой? Ну, конечно, он. Спросите у любого на Тверском бульваре, кто лучше всех танцует твисты рок-н-ролл, кто лучше всех играет Пресли на гитаре. Стиляга из Москвы.